наше дело правое. Мы победим. Верен России, верен себе. За победу, за президента, за Донбасс! А туч сердцо выгнулся небосвод, прогнулась все, но не моя страна. Пол неба, пламя, пол неба, смог Донбасс за нами и с нами Бог. Времена непростые, но даже самые тяжелые, сложные времена наш народ объединялся. И мы сегодня, как никогда, должны поддерживать нашего президента, его решение, нашу армию и не поддаваться провокациям. И всегда помнить, что мы едины. К сожалению, ростки нацизма, они остались на Украине. И за последние годы они очень сильно проросли. И опять на долю России выпало очень серьезное испытание. Но сейчас нам нужно объединиться. И вот это самое главное. Самое главное — поддержать президента, поддержать политический курс, поддержать наших доблестных воинов. Мы самостоятельная страна. Не нужно к нам лезть, убивать язык, нашу культуру. Потому что это невозможно сделать. Потому что мы многонациональная страна. Настолько национальностей, что такого нет ни у кого. Поэтому я всех призываю быть преданными, честными гражданами своей страны. Сегодня в условиях экономического и информационного давления на нашу страну нам с вами как никогда важно единство, уверенность и стойкость. Это решение России завершить наконец 8-летнее противостояние на Донбассе. Считаем, что дело по защите мирного населения и очистке территории от нацистов правое. Победа будет за нами!